Второй этап реконструкции улицы Лежневская от проспекта Текстильщиков до проспекта Строитель начнется в октябре. Как сообщили нам в городской администрации, контракт заключат 30 сентября. Его стоимость 632 миллиона рублей. Работы должны быть завершены весной 2024 года. Реконструкция по итогам аукциона займется компания «Союз Автодор». Проектом предусмотрена модернизация систем ливневой канализации, коммуникации, освещения, обновления дорожного полотна, обустройства тротуаров и велодорожек. В городской администрации заявили, в планах проложить ливневку методом подземного прокола. Это позволит не перекрывать участок от проспекта Текстильщиков до Строителей. Но движение будет закрыто для грузовых автомобилей. Проезд ограничат с 15 октября 2022 года и до 15 октября 2023. Схемы объезда будут опубликованы позднее, сообщили в администрации. Так как реконструируют не только саму магистраль, но и обочины и пешеходные зоны, встал вопрос, как сохранить растущие вдоль дороги деревья. Комитетом по экологии проведено обследование всех зеленых насаждений на участке от проспекта Строителей до проспекта Текстильщиков. В зону реконструкции попадают в том числе аварийные зеленые насаждения, которые необходимо будет сносить. Также необходимо привести в нормативное состояние сквер, который находится в районе домов 154-158 по улице Лежневской. Там тоже необходимо проводить санитарную рубку. Так придется снести 12 лип, взамен высадят новые на 103 тысячи рублей. Под сруб пойдут и 88 аварийных деревьев. Реконструкция Лежневской улицы началась в прошлом году. Ее разделили на 7 этапов. По проекту должна преобразиться вся центральная магистраль города вплоть до Шереметьевского проспекта и часть улицы 10 августа. Яна Ведерникова, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».